Человек с большой буквы, кто это? Это человек, который положительные действия и положительные тенденции в твоей жизни организует. И есть в нашей жизни люди, которые тебе дают дорогу вперед, которые указывают, где твои положительные черты или возможности. Одним днем прихожу к своим друзьям. Папа встречает нас, дает каждому по галстуку и говорит: мы учились в 6-7 классе. Он говорит: вы будущие мужчины, вы будущие начальники, вы должны уметь завязывать этот узелок. Он нас заставил это делать, я его благодарю. Точно так же, когда я учился в институте, как-то мои друзья сказали, что они собираются ехать в Эмираты. Я, конечно, сказал, что я тоже бы хотел поехать. Честно вам скажу, я не настолько добрый и хороший человек, чтобы взять чужого ребенка в чужую страну. Честно скажу. Может быть, сейчас я стал таким, но в то время я не был еще таким. И этот человек сделал все, чтобы я с его детьми поехал в чужую страну, чтобы я в 1994 году увидел, что такое Эмираты. Это город с максимально девятиэтажным зданием. И самое высокое здание было, это шар, девятиэтажное здание телефонной компании. Сегодня это очень маленькое здание в этом городе. Точно так же много дел и тенденций Муниб Махмутович показал мне в этой жизни. Я его благодарю. У него сегодня день рождения, 17 января. Мужчина, который сделал много хорошего, положительного мне в этой жизни. Я его благодарю, что у него есть двойняшки, ребята. Это лучшие, хорошие мои друзья. У него есть замечательная жена, которая шьет красивые галстуки. Она мне тоже подарила, когда я у них был в гостях. Я искренне благодарю Муниба Махмудовича за его доброе, теплое сердце, за его отзывчивость, за его красивую мишарскую натуру. Мужчина с большой буквы, честно скажем. Желаю всем его родным успехов, благополучия, добрых дел, добрых больших успехов. Это искренне мое пожелание. Будьте здоровы и счастливы, мои друзья. И Фаридапа, саусалемат бухс.